целом все страны проводят перепись для того, чтобы знать, как и какие возраста живут, да, то есть побольше знать о своем населении, чтобы можно было улучшать качество жизни. В идеале это так. Поэтому, конечно, важно участвовать и важно, чтобы все прошли перепись. Одиннадцать лет назад, когда была последняя перепись, я сам участвовал в качестве переписчика, да, и не скажу, что это было достаточно легко. Сейчас уже есть возможность пройти перепись на госуслугах, что, в принципе, я и сделал, да, очень удобно. В свободное время сел с компьютера, заполнил, буквально 15 минут времени занимает. Поэтому я думаю, что это такой хороший шаг вперед.